Бэй! Привет! Привет! Я разрушу ваше счастье! Чего бы мне это ни стоило! Пример! Не знаю, чтобы держать меня подальше от Крюка. Думаешь, меня интересует Крюк? Эмма, я женатый мужчина. Черт возьми, что это было? Хороший вопрос. Постойте, вы двое? Нет. Возможно. Мама, мне не понравились слова, вылетающие из волшебной шкатулки. Я не злодейка. Это не волшебная шкатулка, а прослушка. Селина! И подчинить своей воле я бы поставила на темного. Точнее, пока мертвенно-бледного. Что бы ты ни планировал насчет сказочников, пиши в эти планы и мой хэппи. Согласна ли ты, Зелена, взять Робина в законные мужики? Согласна.